Самые оригинальные и активные семьи встретились на одной площадке. Накануне Дня семьи, любви и верности в Клину прошел парад колясок 2015. Подробнее расскажет Евгения Цветкова. Какое чудо! Вот это да! Это чудо многодетная семья Павловых. Сегодня папа капитан корабля, мама кок, а дети Вера, Надежда и Любовь, его пассажиры. Отсюда и название корабля, над созданием которого семья трудилась 2 недели. Делали вместе. Так, конечно, задумка больше моя была. Что, куда, чего. А так, рабочая сила у нас папа был. А вот Татьяна и Сергей Лопухиновы свою веселую божью коровку смастерили за 1 вечер. Идея образа зародилась сразу. Но у нас, говорю, еще коляска черно-красная, поэтому вариантов вот как-то сразу пришло на ум больше божьей коровки. Цветы сделаны из креповой бумаги. Во-первых, это... Цветы сделаны из креповой бумаги, они яркие, легкие в приготовлении, недорогостоящие, незатратные, их можно сделать буквально за вечер. А смотрится эффектно и красиво. Красоты в этот день хватало. Здесь вам и тыква, и шамаханская царица с верблюдами, и чебурашка на паровозе, и даже партийное заседание. Эту идею, признается семья Макшановых, подглядели в интернете. Не было мысли, но подглядели, как можно двойняшек сделать, коляску украшить двойней, и вот украсили. Был использован картон, мы его покрасили и сделали, распечатали наклейки, готовились день. В этом году на суд жюри было представлено 19 экипажей. В основном судили по целостности и оригинальности украшения коляски. Выбрать 3 самые лучшие, признаются организаторы, было непросто. Были определены 3 коляски. Те коляски, которым было отдано большее количество голосов. Были некоторые разногласия в составе жюри, которые думали, да, кому отдать все-таки первое место. Но победитель определен, и им стала многодетная семья Свихнушина. А как иначе в юбилейный год победы? Дедушка у нас служил всю войну, папа у нас танкист. Так что вот как бы все совместили, получилась вот такая идея. Главный приз за первое место – телевизор. Остальные участники парада получили подарки от спонсоров и, главное, море позитива. Евгения Цветкова, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.